Так, ну сегодня 14 апреля, вот приехали делать обзор. Вот вы просили, цыганское кладбище, тут захоронение. Вот такое вот захоронение. Оглы Мося Саидович. Заходить туда, наверное, мы не будем. Ну вот уже заброшено, как видим, никто не ездит. Вот он сидит. Тут бутылка у него на столе. Батон там он лежит какой-то. Такое вот захоронение. Ребят, самое интересное, вот залита площадка. Вот здесь вот, когда его похоронили, в 97-м году, лет 5, короче, стояла Волга егоная. Вот она вот тут вот изображена у него. Вот здесь. Потом ее куда-то уволокли. Так, ну и вот тут вот прям напротив этого цыганского, вот увидел, короче, ребята, смотрите, вот продают места здесь. Вот двое кто-то похоронен, либо кто-то выкупил сразу все. Смотрите, тут такая арка заходить. Лестницы все с гранита, с мрамора. Вот тут лавочки такие. Правда, крыши нету, не покрыто. Вот два захоронения сделано. Петров и Петрова, муж с женой, а остальное вот смотрите, пустое еще, только ждет своих обладателей, так скажем. Вот так вот. Так, ребята, ну вот они, цыганские захоронения, но они все заброшенные, вот недоделанная, памятника нету. Вот тоже залито основание, тоже памятника нету. Видимо, попересадили, кого попереубивали, потому что это он 90-е года. Вот. С дочкой или с кем он тут. Вот такие вот шикарные делали захоронения цыгане. Все уже, видите, в ветхом состоянии, в заброшенном. Было мрамором белым отделано. Оглы Мария Базалиевна в 91-м году умерла, 45-го года рождения. Вот рядом. Вот так вот все в запустении здесь. Вот еще одно. И что самое интересное, они тут все оглы. Но вот это вот еще нормально, более-менее сохранилась плитка. Не поотлетело. Вот тоже оглы Сава Петрович в 93-м году. Тут вот нету памятника, видимо, не успели поставить. Может, украли, не знаю. Вот напротив, вот они все тут оглы лежат. Вот тоже, вот уже все заброшено, деревья уже растут. Кто-то он срезал. Вот тоже оглы Саид Исманович в 88-м году. Уже все поотлетало порядком. Вот так вот. Вот они в две стороны, по двум сторонам тут лежат. Вот тоже оглы Гасаяр какой-то. Исмаилович. Вот так вот все тут заброшено. Вот тоже оглы Алтына Дербетовна. Уже даже год не видно. 81-й он написан год. Но к этой смерти. Вот такие вот похожие, со ступеньками мраморные, вот. Как только не изощрялись.
Вот, Оглы Андрей Саитович. В 85-м году. Тут уже вазы поразбитые все. Поломанные. Вот тоже. Прям рядом. Оглы Саид Сайманович в 81-м тоже году. 15-го года, 1915-го. Вот как высоко. Вот такие вот площадки тут. А вот тут вот вообще, видим, упал уже памятник, валяется. Оглы Раиса Васильевна в 98-м году. Вот тут уже все печально. Вот никто им и не делает цыганин. Вот тоже, я так понял, недоделанная, наверное. Как мне один товарищ говорил, скорее всего, все это за наркотики, наркоманы делали им. Оглы Киртулай Семенович. Дорогому мужу от жены и детей. И у всех у них практически алкоголь, вот столы и алкоголь. Вот площадка тоже залитая, так и не сделана, ничего. Вон их сколько идет, этих площадок. Вот еще одна площадка. Вот что-то здесь вот так вот они заливали. Делали зачем-то. Вот даже плитка не положена. Здесь уже поотлетело все. Крест он сломанный. Здесь вот тоже валяется отдельно памятник, хотя должен, вон штырь стоит. Мариенко Владимир Петрович, 90-го года. Ну, в основном, говорю, тут оглы одни попадаются. Вот. Оглы Кудуня Дербишевич в 93-м году. Оглы Кудуня Дербишевич. Офигеть. И вот грузины Цанкашвили Владимир Вениаминович, Бали Георгиевна. Рядом. Вот тоже. А, это вон Дербишевич. И вот тоже Дербишевич. Это два брата, наверное. Оглы Киртулай Дербишевич. В 87-м году умер. 53-го года рождения. 34 года было. А вот брат его тоже. Кудуня. Я снимал его только что. Так, тут уже не видно, тоже оглы, Арзыс какая-то, или Арзы, непонятно. Вот отец их, оглы Дербиш Рупович, в 88-м году. Вот тоже все уже поотлетело, никто, короче, не глядит за этим, за всем. Рядом с ним вот еще оглы Аиса и оглы Патрина К. 81 год смерти, 81 год смерти. Один годик было и всего. Вот такие вот захоронения цыганские, кто просил снять. Вот такое вот. Оглы Червоня Иванович. От отца и матери. Вот с машиной. Номер там на машине. 4-9. 24 РУС. В 95-м году. 77-го года рождения. В 95-м умер.
Вот вазы вот такие. Уже все, никто не ходит, ребята, никто не ходит, не убирается. Вот рядом с ней, вот, видимо, брат лежит. Тоже вот так вот у него тут уже все еще более-менее. А Глывачо Иванович, тоже 97-й год. Посмотри там, год смерти. 19, что там? Нет, как 95-й? В 95-м? Понятно. И вот тут рядышком сразу же Аглы Шафири Семенович. В 2001 году вот умер. 19 лет назад. Еще даже 19 нет. 19-й год только. Вот тут три камня и на трех его фото. Вот так вот, ребята. Вот тут рядом сразу еще один Аглы Лавари Дербешевич. Вот, площадки, конечно, им тут заливали караул. Вообще там сполы какие-то. Ступеньки вот такие. Вот и все, у всех столы, блин, присутствуют. Алкоголь. Золото на них, цепи, перстня. Вот сразу же площадки залиты, ничего не сделано. Две штуки за ним. И вот цыганка лежит. Сейчас мы к ней дойдем, посмотрим. Сейчас, Лис, постой там. Подойду сейчас ребятам, покажу. Аглы Александра Батяковна в 2007 году умерла. Можно идти на новое кладбище.